Ну и, собственно, продолжамс. Может так? Да, нормально. Туда. Ну хотя, по сути, да, и неудивительно даже. Ну-ка. Пять лучников, третий уровень. Вообще красота. Так, ну и поехали. Да, ну перекур, да. После долгой битвы. Слушайте, а может и тут так получится? Ну ладно, давайте. Просто смяли. Просто смяли. Ой, жесть, ой, жесть. Ну хотя да, что я хочу, смотрите, отряд эльфов-всадников со всеми апнуты, со всеми этими аполками, да, третий уровень. Он по-любому, то есть всадники, они плохи только если они нулячие. Они плохи только если они нулевые, потому что нулевых всадников сносят практически, ну, блин, они, ну, откровенно, это говно. Это просто мобильный разведотряд, по сути. Ну, может отвлекать врагов. Все. Вот. Прокачанные всадники уже хотя бы второго уровня и со всеми апгрейдами, это уже ай-яй. А тут еще и Турндуил восьмого. Все. Конец фазы. Мы захватили Арна. Ого. Спасибо. Это хорошо, это хорошо. Так, что у нас тут? Здесь мы строим вот эту вещь. Да. Все, а эти улучшены. Это кто у нас? А, ну да, сам же отключил. Да, все, они улучшены, у них все есть. Три отряда. Их можно либо к этому дяденьке отправить. Но они реально не нужны, их по большому счету просто распустить. А серьезно, смысл у них? Вот эту штуку надо сносить тогда. Ставить тут барак. Видите, что строю? Улучшалочку, да? Ну да, пусть будет. А этих? Ну а что этих? Этих сюда. А, они все не помещаются. Утю-тю-тю-тю. Потому что от этих избавим. Хотя, а зачем? О, как. В смысле? А, то есть максимум раз, два, три, четыре, шесть. Вон оно что. Знаете, я тогда, наверное, их уберу. А смысл мне в них? Никакого. Вообще никакого. То есть четверг, к тому же вот эти вот ребята. Они второуровневые. Эти вообще он. Что-то я не пойму, какой. Девятый уровень, что ли? Нифига себе. Монстры, блин, девятого уровня. С этими нельзя расставаться, они слишком хороши. Так. Что уж делать? Просто сюда по-хорошему лучше поставить еще одних эльфов. Тогда давайте-ка мы этих возвращаем. Готово. Этих мы тогда, наверное, распускаем, потому что а нафиг они нам нужны, по большому счету. Они нам реально не нужны, летучие отряды эти. Я лучше вместо них буду лучников брать. Да. Именно так. Давайте сохранимся, во-первых. Именно здесь. Да, нафиг этих всадников. Я как посмотрел, понял, как все работает в топку. Все, ладно. Здесь мы пока никуда не идем. Тут у нас дяденька держит оборону. Все нормально, все хорошо. Здесь те же яйца, только в профиль. Потому что здесь отряд. Тут большой, хороший отряд. Очень большой и очень хороший отряд на самом деле. Здесь ребята
Делаем еще одного. Раз, два, три, четыре. То есть максимум можно было... Нет, вы знаете, пока не делаем. Потому что... Да, пусть он пока здесь стоит. Он пока здесь стоит в качестве такой оборонялочки, да. Пока не трогаем. Пусть стоит, все нормально. Так, здесь тогда нам... Блин. Нафига нам тут кузница? Или пусть стоит. С ней удобней. Она сразу есть. Тут от нее толку мало. Здесь лучше дерево поставить. Улучшение. У них уже есть. В принципе, да им и не надо. Так, окей. А, здесь у нас кто? Арвен с лучниками. Ага. Что ей тут поставить? Придется опять дерево ставить. Нет, кстати, Арвен... Нет, Арвен это же у нас герой обороны. Да, это герой обороны. Да, это герой обороны. Оставим тут дерево нафиг. Я уже забыл, на самом деле, что я где делал. Так. Здесь мы спокойно. Заказываем лучников. Еще лучников этих. Сюда. Ладно. Что у нас сейчас здесь происходит? Да. Так. 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 Ну, а здесь сплошные деревья тогда, а чё ещё? Больше что-то еще стоит строить, то. В общем, эту штуку тоже можно сносить тогда. Ставить тут дерево спокойненько. Да, у нас, получается, тылы появляются потихоньку-полегоньку. Ну чё, как-то так. Ага, сюда примчались. Ну, чувак, ну ты серьезно, блин? Нет, правда что? Больше никто? Да. Ага. Логика. Не, ну не зря я перевел, потому что они тут тоже рано зализывают. Давайте, помчались. Ой, конечно. Че, последний бой этих засранцев. Мне вот интересно, а они потом убегут на эту свою желтую территорию или нет? Потому что, по сути, сейчас все. Я их сейчас развалю и большой... Как это? Привет. Там-там-та-там-та-ра-та-там. Привет-та-та. Ой, фига себе, как тут удобно-то, ё-моё. Будьте бдительны. Мы готовы к сражению. Ну? Вперед! 109. Пау, 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 пау. Я что-то из этого могу даже построить, да? Пау, пау. Класс. Слушаю. Ну, это место прям... Время комнаты. Начинаем строительство. Защищать копья оградят мир от беды. Началась. Враги! Защитим родные леса. Уничтожим. Скачите на... Да, третий уровень прокачан. Не отдадим эти земли.
закончено, строй дальше. Люблю свою работу. Будьте бдительны. Что вы посоветуете? Дрожи, земля! Вперед! Слушаю вас. Это постройка наша. Сфигали. Еще же нет. Здесь вообще, конечно, удобное место расположения. Все, наше. Слушай, захвачено. Потрачено, блин. Уже иду. Будьте бдительны. Наши копья оградят мир от беды. Прекрасно. Сюда. О, еще одна. Бамс. Мы победим. Поехали. Ну? Что вы посоветуете? Я. Эльфы, за мной. Пошли в атаку. Вот что я посоветую. Враг близко. Это варги. Эльфы Чернолесья. За родные леса. Сволочь, сейчас просто мимо проскочит. Да? Они просто проскакали мимо. Бегом к деревьям, ёлки-палки. Пофигу, Мороз. Просто вот ломится к дереву и все. Да, я знаю, где это дерево. Откуда ты знаешь, где это дерево находится? Объясни, пожалуйста, а. Что прикажете? Время строить. А как иначе? А иначе никак. Точно. Только прикрыл глаза. Выгоняйте их всех нахрен. Приближается враг. Ну что ты? Начинаем строить. Сгинет тьма. Они не уйдут. Наша земля в опасности. Строителя напали. Сюда. Не подходите как мимо. Сгинет тьма. Берегите коней! Эльфы ждут! Не дайте им закрепиться! Но! Пора за работу! Люблю свою работу! Работа закончена! Не отдадим эти земли врагу! Началась битва! Истребим их под корень! Иду! Хорошо. Наша земля в опасности. Наши копья оградят мир от беды. Мы готовы к бою. Дрожи, земля. И есть не место. На нас атаку. Напали. Мы победим. Да. Крепкий сволочь. Все-таки сломали, а? Погоди, они мне всех строителей, что ли, побили? Бегом лечиться. Враг хочет отнять у нас ресурсы. За мной. Город растет. Изгнать чужаков. Пора за работу. Слушаю. Да уж. Время строить.
Да, еще с Волотом. Мир нам, значит, а ты строитель, да? Интересно. Люблю свою работу. Защитим родные леса. Берем. Иду. Ну ладно, отковырялись, это не проблема. Не такая большая проблема. Все ж таки. Знаете. Бегом лечиться. Да, вот сейчас волшебный источник вам поставим. Вот, отлично. Давай. Здесь башню. Уже иду. Поставим. Вон какая красота. А, сюда типа переплыть можно. А зачем? Осторожно. Скачут защитники Средиземья. Отлично. Не захватит, захватит штуку. Защитим родные леса. Готовьте инструменты. Люблю свою работу. Что вы посоветуете? В атаку. Они не уйдут. Иди постреляй пока. Как говорится, хуже не будет. Вот здесь, кстати, можно стенку воткнуть. Чё-то так прикинул. Хм. Кстати. Строительство завершено. Постройка в наших руках. Началась битва. Им здесь не место. Да сгинет тьма. Наши копья оградят мир от беды. Сюда! Эльфы ждут! Пора за работу! Работа закончена! Новая атака! Я требую помощи! Ночь, тьма! Враг Мы совсем победим. Рядом! Скачут защитники Средиземья! Тут ты смотри, ну пофиг на все, блин! Бегом туда, бегом. Мы знаем, что здесь этот Мелор. Мы это знаем, блин. Наша земля в опасности. Враг атакует наш Мелор. Враг близко. Начинаем строительство. Им здесь не место. Раскинь напали. На тебе, блин, получите, сволочь. Слушаю. Приятного вам отдыха. Ладно, сейчас мы здесь. Вижу врага. В смысле? Жизнь начала. Сюда. Нет, ребята, прохода нет. Работа закончена. Готовьте инструменты. Сюда. Так, ну собственно, что прикажете, что прикажете. Прикажу бараки строить. Пора боже. Все, ребят. Мы победим! Никак, да? Перекрыли дорогу. Злый эльф. Отступили. Типа пришли, посмотрели. Ты что, совсем что ли? Охренели, блин. Мы тут, понимаешь. Пришли в атаку, а тут стенка не перелезть. Мы чё, гоблины, что ли?
Давайте, 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 я вам открою дверцу. Так, близко. Слушаю. Уже иду. Ага, в обход пошли. Ну да, ну да. Да, пошли в атаку. Да, а на обороне-то они лучше. Работа закончена. Вот и все. Никаких вам, знаешь, случайных забеганий. Люблю свою работу. Это что? А ты сопротивляйся. Слушаю. Пора за работу. Напали на него. Так, давай-ка еще вот эту штуку. Ну че, эй, че такое? Че мешает? Серьезно. Камни? Да ладно. Так, 350 делаем. Можно эти пока производить. Боевые корабли. Раз, два, три, четыре. Как это? Нам не жалко. Блин, зато тут нету этих башен, прикиньте. Они у людей, что ли, получается, только есть. Это грустно. Здесь тоже ворота сделаем. Дрожи, земля! Сюда! Где будем строить? Мы построили казармы. Люблю свою работу. Будьте бдительны. Началась битва. Че, чувак, не пустили? Не пустили. Слушаю. Где будем строить? Начинаем строительство. Приближается враг. Да ты что? Большой враг? Опасный? Или так? Пугарать. Значит, защитники Средиземья. Так, где у нас еще... Товарищи. А, так этот строит. Город растет. Слушаю. Мы улучшили казармы. Где будем строить? Да хорошо. Люблю свою работу. Ctrl 5. Давайте. По 3 сотни. 34200. Давайте. А, нет, давайте лучше... Да, дополнительно... А, по 200. Ну ладно. А по 200 это сколько? 4 на 2, 800. Да. А, так уже готово. Руки-палки. А я дурак, переживаю. А я дурак, переживаю. Нервничаю. А где? Чудесные деревья. Я знаю. Ну-ка дай. Мы улучшили казармы. Вернем эй, вы, за мной. Назад, в Чернолесье. И казармы улучшены. А ну поплыли. Мы вернулись. О, грим приперс. Кто там?
улучшили плавильни. А, он так не может, да? Слушаю. Так, плавильни улучшили. Слушаю. Это круто. Давайте, во-первых, сюда еще. На нас напали. О! Кто приехал? Товарищ. Скоро еще орлов зафигачим. Что вы посоветуете? Бежать, чувак. Просто бежать. Поджав Стал хвост. Близко. Они снова мы победим! Как вам не стыдно? Взяли и сломали мне два корабля. Один. О, Лурц. Это же Лурц? Да, это Лурц. Нет, подожди, не Лурц. Это его внук. Да, это его внук. Вражеский лагерь. Здесь не место. Короче, сейчас надо строить одну ладью. Надо брать наш вот этот отряд. Наши копья оградят мир от беды. Сажать его и захватывать тут все. Тьма сгущается. И можно еще, кстати, построить один. Да, вот эту штуку. Не отдадим эти земли врагу. Я думаю, хуже не будет. И, кстати, можно сделать интересный финт ушами. Прекрасное место. Пора за работу. Пора за работу. Иди-ка сюда, парень. Один хрен этот товарищ у нас все время выпендривается. Так что давайте-ка мы ему башню сделаем. А, чё? Хорошо. Вот здесь вот, чуть подальше. Уже иду. Поставим ее отдельно. Раз, два. Вот, а ладья у нас и плывет сюда. О, прикольно. Море. Прекрасно. Слушаю. Слушаю. Давайте еще одну сюда. Враги разбили здесь. Люблю свою работу. Да ты что. Мы победим. Обратимо челаство. Разваливайте тут все. Так, а где у нас... Здрасте. Серьезно? Слушай, а давай ты поближе подплывешь, а? А то что-то у вас с дальнобойностью, мягко говоря, беда. Да, вот, вот так вообще, давай вот. И огонь. Ну, какая красота сразу. Бах и нету. Бах и нету. И эту хрень надо развалить, чтобы они тут своих камикадзе не делали. Дрожи, земля. Очистим эту землю. Так, Ctrl-6 давайте. Пусть будет. Шустро идет, черт побери, красиво. Давай. Опа! А вот это печально. Так, тут что? Раз, два, три, четыре. Готово. Где будем строить? Эльфы Чернолесья. Что прикажете? У
Лучники Лориана, лучники Лориана. Давайте еще одну здесь сиганем. Хуже не будет. Мы катапульты отвлекли, и отвлекли очень хорошо, как я погляжу. У нас есть звездные стрелы. Круто. Все остальное нам тоже понадобится. Все, чувак сидит тут, в своей башне. Тут кораблики. Мои чернолесские лучники. Да, но. Слушаю. Ну, уж уходи, строитель. Пора за новая броня. И ты тоже уходи. А Малорн я вам порушить не дам. Хрен вам, а не Малорн. Так, ну чё, я думаю, таким составом... Кто дышит огнем? О как! Не дайте им закрепиться! Нифига себе! Так вот о ком он здесь говорил. Знаменосцы. Так. То есть мы только что потеряли свой отряд всадников. Ну, в целом. Защитим наш дом! Не дремать! Все готовы к битве! Тьма сгущается. За мной. Плотнее строй. Не останавливаться. Ага. Вот, значит, так он. Говорил, что он дышит огнем. Да. Против этого козла, конечно. Лучники Чернолесья. Да я думаю, хватит этого состава, а чё нет? Снести постройку. Как по мне, должно хватить. О, сейчас ещё эту захватим. Снести постройку. Занять постройку. Далек побежал. Новая атака. Захвачено. Потрачено. Ломайте. На нас снести напали. Постройку. Да, да, давай. Вперед. Защитим наш дом. Целитесь точнее. Давайте, ребят. И бомбадил позовем. Да и птичек тоже можно. О! Слушаю вас. Осторожно. Они осквернили крепость врага. Ага, хорошо. И вас, ребят, позовем. О! А вот, собственно, и крепость.
Вот, подлечили. Здесь не место. Совсем рядом. Давай, расстреливай этого говнюка. Ого. Да их тут несколько. Разваливайте это говно. Рушите здание. Ломайте. Ты чё, задурел что ли? Пусть эти развлекаются пока. Будьте бдительны. Иду. Следуй за мной. Уберите эту скверну. Совсем рядом. Плотнее строй. Вижу цель. Я! Снести постройку. Причем к чертовой матери снести постройку. Давайте, давайте, ребят. Нужно. На нас напали. Рейнджеры должны, блин, атаковать издалека, а в итоге подходят в упор, сволочи такие. Целься! Цельтесь точнее! Ломайте! Чего в упор подходите, не пойму. Меняем все, позицию. Отступить. Эльфы Чернолесья. За родные леса. Ну-ка, постреляй. Получится у нас девятый. Куда? Вставай. Куда? Куда ты, идиот? Блин, ты что, совсем что ли тупой? Эльфы, воу, успокойся. Приятель, уймись. Следуй за мной. Я знаю. Приближается враг. Лагерь врага. Враг наступает. Они снова атакуют. Будьте начеку. Я отдыхаю, но готов к труду. Истребим их под корень. Да сгинет тьма. Иду. Так, а чё он такой агрессивный вдруг стал? Не отставай. Чувак, ты так и будешь за мной гоняться, что ли? За мной. Да отвали ты, ёлки-палки. Поднять паруса. Что вы посоветуете? Прекрасный корабль. Я знаю. Окружайте их. Куда вы ломитесь? Нет, я это не понимаю. Они подходят реально в рукопашную. Мы будем стоять до последнего. Слушаю. Начинаем строительство. Готовьте инструмент. Так. А денег-то, кстати говоря. Защитим родные леса. Справился, что ли? Они осквернили наши леса. Да ядрить ты, мудак, ты тупорылый, а. Я знаю.
работу. Пора. Уже иду. Истребим их под корень. Жалко, им 10 уровень сейчас не получу. Гнездо орлов наше. Прекрасно. Заказать одного орла. Раскинет тьма. Враг совсем рядом. У меня сейчас, кроме лучников, нет никого, да? Лучники Чернолесья! Это Луки! Хорошо. Это, я бы даже сказал, замечательно. Пусть пока качаются. Нет, серьезно, сейчас будет небольшой... Ребят, ну серьезно, сейчас будет небольшой такой... Лучники Чернолесья! Сколько их расформировать? Или подожди, или можно? Замок. Можно. Все готовы к битве. Возвращаемся! На нас напали! Это решено! Вижу врага! Только прикрыл глаза! Какого врага ты видишь? Не теряйте бдительность! Здрасте, сэр. Вы здесь откуда? Интересное кино. Как это? Выясняется, блин. Враг наступает. Время строить. Проверьте луки. Вот так. Замок. Все. Я хочу, чтобы сейчас у моего чувака остался один из отрядов лучников. Лучше, чем отряд всадников. Ну, во-первых, будет два лучника. Это все-таки здорово. Шо? Строй, шо? Как это? Хорошо, строй, шо? Люблю свою работу. На нас напали. Не, ребят, ну нет. Луки! Город растет. Готовьте инструмент. Вот, пожалуйста. Пора за работу. Блин, почему я от этих избавиться не могу? Это же как-то это... Странно, что от кораблей нельзя... То есть их построил, и все, по сути. И что дальше делать? Родные леса. Не отставай. По славу Чернолесья. Выстрел исключительной силы. Даже не представляю, что он делает, этот выстрел. Давайте по зданию попробуем. 10 уровень, ребята. 1-10 уровень. Ну, к сожалению, это не Леголас. А ну-ка. Что это за супер выстрел такой? Давай. Чувак. Я... Хам. Враги! Что-то не совсем понятно, ну да ладно. Плотнее строй! Лучники Чернолесья! Готовьте инструменты! Ага. Прекрасное место. Слушаю. Ага. Пора за работу. Начинаем строительство. Тьма сгущается. Ужас. Плотнее строй. Но вы, ребят, тут в очень хорошей позиции стоите. Вас отсюда вышибли. Сейчас могут только катапульты, по сути. Ну или тролль-великаны. Других вариантов вообще нет. Так, это третий. Это второй. Надо, чтобы все были. О, идите. Он все-таки это сделал. Не отставай. Следуй за мной. Сюда нас напали. Да ты что... Прекрасный. Как им не стыдно передать, чтобы они больше так не делали. Не отставай. Вперед. Поднять паруса. Слышь, голая дрель, блин, тебя долго ждать-то? Да. Очень долго. Голая. Кольцу не сломить меня. Бывает ужас. Враг не дремлет. Работа закончена. Город растет. Идите на страшное. Плечом к плечу.
Да ничего не умеет, по большому счету. При этом это ведь темная версия Галадриэля. То есть с кольцом какого дьявола? Простой вопрос. Я отдыхаю, но готов к труду. Готов к инструменту. То есть она таки поддалась кольцу, да? Все. Уже иду. Я готов. Пора за работу. Ищу работу. Мы освоим эту землю. Тебя с обоих переправим. Третий. Все. И те, и те третьего. Ну все, сейчас героев туда подгоним. И пойдем все сломаем нафиг. К чертовой матери. Слушаю. А что вот у нее? У нее явно аура, как будто, да? Но при этом этой ауры она ни на кого не работает. Готовьте инструменты. Здесь плохая земля. Так. Красота? Все улучшили. Все построили. Все сделали. Эх, какая замечательная крепость. Аж какая замечательная территория, блин, а? На самом деле, вот мне бы. Мне вот эти вот развалины. Можно было бы даже еще и поболее, как говорится. Раскрутить. Ну, подальше поставить. Люблю свою работу. Защитим родные леса. Едить набор. О, пойдемте сюда. Захватим сначала. Угу. Голая дрель, к сожалению, не такая шустрая. Как хотелось бы, но да пофигу. Прекрасное место. Слушаю. Началась битва. Новая осторожно. Атака. Чего? Эльфы, за мной. Строительство завершено. Это постройка наша. Чувак, ты достал. Уйди отсюда, а? Я готов. Начинаем строительство. Что вы посоветуете? Слушаю. Так. Уже иду. Слушаю вас. Постройка наша. Да. Ну, тогда помчались. Плотнее строй. Рушите здания. Огонь. Да уж. Ну, по зданиям, конечно, ребята хуже работают, это факт. Смотрите сейчас. Сколько у нее жизни? 5000. Да. Подыщем. Да уж, Галадриэль это, конечно, действительно ультимативный момент. Слушай, а что, получается, мои враги с урона будут вызывать? Да, жуть какая, не надо. Ну да, повозились. Немножко повозились. Третий уровень. И что, мы их победили? А, вот еще одна схватка. Ой, точно, я и забыл про это. Ну ладно, давайте перекур. Точнее, сейв. Перекур. И продолжим. И будем дальше уничтожить. Кто это? Что даже? А, ясно. Сергеич все хвастается своим достижением. Так, ладно, давайте перерывчик небольшой и закончим этот ход.